Некоторые СМИ распространяют информацию о том, что в крае появились даже новые виды комаров, которые переносят смертельную лихорадку денге. Эта болезнь типична для тропических стран, таких как Таиланд. Но эксперты утверждают, что вместе с климатом меняется и фауна Алтайского края. У эпидемиологов другая точка зрения. В любом случае, у нас при наших погодных условиях этот возбудитель, он не попадет к нам, потому что он просто не выживет в наших погодных условиях. И условий того, что будут размножаться насекомые, зараженные возбудителем лихорадки денге, ну, она невероятно невозможна даже, не то что мала. При этом наши сибирские комары все-таки способны переносить болезни, например, лихорадку западного Нила. Но эпидемиологи Алтайского края говорят, что на их памяти за последние 10 лет таких случаев не было.